Знаковое событие для отличников. Получение золотых и серебряных медалей началось с церемонии почтения памяти воинов-интернационалистов, которые тоже в свое время заслужили медали, только за подвиги на полях сражений. Еще не успев окончательно встать со школьной скамьи и расправить крылья навстречу зрелости, вчерашние школьники уже скучают по беззаботному детству. Нам этого будет очень не хватать. Школа была очень хороший период нашей жизни. Я бы даже не уходил еще пару лет, остался бы с удовольствием. Мы вдвоем собираемся поступать в Академию МВД Республики Беларусь. За время учебы у нас было много побед в различных олимпиадах, соревнованиях. Каждый год замечательные ребята уходят, сердце болит, но душа радуется, что у нас прекрасная молодежь. Без любви в сердце к детям невозможно работать в школе, поэтому, я не знаю, я очень люблю детей. Мне кажется, что это взаимно. Я люблю свою профессию. Мне нравится моя школа. После возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам колонна гордых выпускников и их учителей проследовала к зданию администрации Московского района. За заслуженными медалями отличники и активисты дефилировали как звезды по красной ковровой дорожке. Коктейльные платья, высокие каблуки и элегантные костюмы тройки. Теперь они могут расслабиться. Нелегкий путь к вершине базовых знаний пройден ребятами с блеском. Надо ставить в жизни свои цели и добиваться их. Это, конечно, большое спасибо родителям, маме за то, что она воспитала так и помогла мне в общем жизни. Теперь самое главное, чтобы эти ребята, получившие положительные эмоции, реализовали себя в учебе, в получении специальности образования, а в дальнейшем реализовали себя во благо нашей Брещины, Республики Беларусь. В 2013 году школы Московского района, как птицы с клетки, выпустили в большую жизнь 1500 одиннадцатиклассников, из которых 53 человека заслужили золотые и серебряные медали, без учета талантливых победителей олимпиад, республиканских и международных конкурсов. Но долго почивать на лаврах у выпускников не получится. Теперь они абитуриенты, которым предстоит взять еще много академических и профессиональных вершин. Кира Карлович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.